Всем привет, ребята. Вечер, сижу в деревне. Сегодня только приехал. Приехал, думал, порыбачу. Схожу за грибами. Ну что, я съездил на реку, попал под дождь сплошной. Вот сейчас недавно приехал. Немного ужинаю, немного грустно. С одной стороны, хорошо, что идет дождь. Завтра, наверное, поеду посмотрю, где грибы есть. Может быть, на рыбалку съезжу, ну, не знаю. Пока что. Ну, сейчас вон за окном поливает мелкий дождик. Это хорошо, может, пойдут грибы. Подвозил двух бабушек. Бабушки сказали, что кто-то у них, у знакомых, ходил за грибами. Говорит, сыроежек, говорит, много, а белых грибов и подосиновиков, ну, немного. Вот сейчас отдыхаю, сижу, думаю. Ну, а что думать? Идет дождь, вот. Слышно, как шумит, слышите, да? Ну, вот где-то так. Конец августа. Еще все зелено, красиво. Ну, дождь. По прогнозам смотрел, завтра дождя не будет. Значит, поедем в лес. Поедем в лес, там посмотрим. Если грибы, если нет грибов, то поедем на реку. Друзья, я балдею. Идет натуральный грибной дождь. Все, завтра. Смотрел по прогнозу. Вроде как завтра дождя не будет. Поеду за грибами. А сейчас смотрите, что происходит. Натурально идет дождь, гремит гром, где-то в стороне, ну, километры, может, отсюда. Распространение 360 метров в секунду, ну, далеко. Молнии сверкают. Все льется, ну, дай бог, чтобы нормально пролилось и нормально пошли грибы. Красота такая, жалко нет рыбалки. Кстати, приехал на реку. Сидит мужичок с низкими номерами. Я говорю, вы тут с этой деревни? Нет, говорит, приехал уже самое. Просто так порыбачить. Ну, я ему сочувствую. Я-то буду находиться в нормальных условиях. А ему придется ночевать в машине. Вот он там сидит. Что там мне там сказал? Говорит, поймал, говорит, а он недалеко сидит возле старицы. Поймал, говорит, несколько этих самых, пока дождя не было. Поймал пару красноперок. Даже, говорит, щучка клюнула на удочку. Ну, он в таком Л2 костюме армейском. Ну и машина там стоит у него недалеко. Ну, дай бог, чтобы ему все было нормально. Так, сейчас давление 757 миллиметров ртутного столба. Так, дальше смотрим, что у нас. Так, вот показывает погоду у нас, пожалуйста, смотрим. Так, а что во вторник будет? О, во вторник у нас с утра дождь будет. Где-то до 10:36 закончится. Так, после 12 погода солнце.
солнце. Вот. Нормально, вот вы все видите на экране. Все видите на экране. Это будет... Я сейчас в лесу, проехал на машине где-то километра 4, тут дорога заканчивается, пойду еще пешком, наверное, не знаю, километра полтора. Вот сейчас пройду этот темный лес. Сыроежек море. Пойдем посмотрим на старое место. Есть ли там грибы? Там посмотрим. Ну все. Пока идем. Вот дорога какая. Здесь избитая вся. Сыроежка слева, справа, но они меня пока не интересуют. Меня интересуют более благородные грибы. Ну, в принципе, потихоньку уже можно было здесь на машине проехать. Ну, тоже. Итак, проехал по лесной дороге, тут вырубки идут. Столько этого самого. Только деревьев. Вот уже дорожка чиста. Заканчивается этот хвойный лес. Первый подберезовик. Вернее, подосиновик в этом сезоне. О, смотрите какой. Красавец. Первый в этом сезоне. Так, много исходил. Белый гриб вижу. Что-то грибов особо нету. Ух, красавец какой. Красавец. Грибов нема. То, что я рассчитывал, пока нету. Пока нету. Подосиновик. Брусника. А это сыроежка. Брусника такая.
Брусника, брусника. Так, белый гриб. Белый, белый. Белый. Красавец. Так, а там что? Подберезовик. Подберезовик. Так, а это поганка. Угу. Похоже. Похоже, как братья, но разнятся. Так, а это все сыроежки. Все сыроежки, но уже отошли, которые уже. Вон там далеко, все сыроежки. Ну, они были. Неделю назад надо было собирать их. Переросли уже. Дождики. Засидка на зверя. Не знаю, судя по всему, как уже эти самые доски лишайником заросли. Вот он, наверное, тут, если зверь по высоковольтной идет, все просматривается. Там человека два свободно помещаются. Не знаю, сколько лет. А вон даже, видите, лапки прибиты были. Это не меньше 5 лет. Возможно, уже не используется. Вот отсюда охотники залазят. Залазят, и там сидуха такая, садятся. И сидят, ждут. Что это за зверь? Ой. А, вот это похоже, что ложный. Ложный подберезовик. Вот он. Он какой-то розоватый. Розоватый с этой стороны. Идем на гриб. Подберезовик. Вот он какой. Подберезовик. Так, ну и все. Больше я в лес заходить не буду. Все. Рано еще, видать. Ну, единичные грибы попадают. Единичные. Сыроежек были неделю назад. Видать, очень много здесь было. Люди там ведрами собирали. Давай, 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 давай. Все, дождь моросит. Дождь моросит. Попилили лес тут, я вижу. Ну вот, ребята, все мои труды. Все. То, что я сегодня собрал за утро. Грибов нету. Так, готовлю грибы. Под березовики, под осинники здоровые я отложил. Почистил. Помыл. Порезал. Сейчас закину в кипящую воду.
доведу до кипения, буду сливать. А потом еще где-то минут 20 буду варить. Потом охлаждаю их в пакет. Вот так все. Вот они порезанные все, и белые, и лисички, и это самое, и маленькие подберезовики. Ой, ну короче, все. И даже курочки там есть. Все. Так, грибы закипели. Сейчас я сливаю воду через дуршлаг. Вот. Сливаю воду, потом снова опять воду кипячу. И туда бросаю грибы, и они варятся там где-то минут 20. Потом они охлаждаются. И складываем пакет в морозилку. Все. Так, большие грибы будем делать на икру. Потому что их варить вместе с остальными нельзя, потому что они, ну, распадутся. Вот. То же самое, тот же процесс. Так, еще раз рассказываю весь процесс. Грибы моем, режем, бросаем в кипящую воду, доводим до кипения, сливаем, потом опять кипятим воду, опять грибы кидаем в кипящую воду, варим 20 минут. Здесь все есть. Ну, мало грибов, потому и все вместе сыроежки, белые грибы, подберезовики, подосиновики, лисички. Ну, потому что мало грибов. Так нужно было их по раздельности. Вот. 20 минут варим, потом охлаждаем, сливаем воду и в пакет, и в морозилку. А потом зимой едим грибной суп. Теперь эти грибы можно и жарить. Но я их кину в морозилку, они охладятся, я их кину в морозилочку, и можно потом супчик. Ландшафт. Интересно, муравьи. Ну, здоровые муравьи, не муравейника, ничего, прямо на дороге. Подземные ходы у них тут. Подберезовик. Подберезовик. О! С длинной ножкой. А там что еще? Там тоже подберезовик. Нет, подосиновик. Подберезовики. Ух ты, выступ какой тут интересный. Один. Один. Второй, третий, четвертый, и вот еще один, пятый, да, вот они, один, два, три, четыре, пять. Даже и не знаю, что это за гриб. Наверное, из семейства подосиновиков. Интересный гриб. Вот, сегодня походил. Походил. Вот что я нашел. Всего понемногу.
какой-то хищник задрал птицу. Это перья остались. Зазевавшуюся птицу. Ну, понятно, что лиса. Ну, кто-то подкараулил. Лисичку, два красных, под березовик один вот такой. Вот еще один красный, второй красный, красный. Два маховика.